Каждый из нас хоть раз хотел снять фильм. Фильм о себе самом. Фильм про себя. Про себя лучшего. Мы наблюдаем на экранах массу героев. Примеров человечности и справедливости. Тех, кому хочется подражать. Тех, в кого хочется играть. Тех, кем хочется быть. И когда мы пытаемся снять фильм о себе, мы искренне жаждем увидеть на экране героя, ну, того самого сверхчеловека, решающего любые проблемы всего человечества, ну, просто потому, как личных проблем у него нет и не может быть. Только эта лента про идеального парня задумана нами с одной целью – доказать окружающим, что мы лучше. Пустить пыль в глаза и заверить, ну вот наша жизнь именно такая. Именно такая, как в том фильме, который мы хотим про себя снять. Просто страшно снимать фильм о себе настоящем. Со всеми пороками и грязью в голове, со всеми даже незначительными, но дурными мыслями. Это страшно. Ведь вместо восторженных отзывов на нас обрушится критика и осуждение. Осуждение даже тех, кто мог быть значительно хуже. Удобной защитой, прекрасной алиби. Мы жаждем снять фильм о себе, чтобы нами восторгались. Нам подражали и завидовали мы. Мы все хотим этого. Хотим миллионов просмотров. Хотим. Но забываем о том, что давно снимаем этот фильм. Настоящий. Одним дублем, без склеек и перемоток, играя здесь и сейчас, играя в жизнь. А на премьерный показ попадет лишь один зритель. И, если честно, совсем не хочется его разочаровывать.